Человеку известны еще, наверное, с древнейших времен, но в ходе своей истории они очень существенно изменились. Итак, как выбрать правильные межкомнатные двери? Собственно говоря, об этом и поговорим. Поможет разобраться во всем Александр. Александр, здравствуйте. Добрый день, Николай. Ну, первый вопрос. Что такое правильная дверь межкомнатная? Ну, мы занимаемся производством деревянных межкомнатных дверей. Качественная правильная дверь должна иметь вид цельной древесины, не должно быть никаких изъянов, пороков, суки не допускаются, и лаковое покрытие должно быть как минимум в 3 слоя. То есть здесь идет 2 грунта и финишное закрытие лака. Понятно. Ну и пахнуть оно должно деревом, конечно. Хорошая деревянная дверь начинается с хорошего сырья. При выборе двери обязательно интересуйтесь у продавца, где покупалась древесина. Научно-производственная компания «Покыш» покупает древесину на Белорусской универсальной торговой бирже либо в лесхозах официально. Кроме этого, вся древесина проходит санитарный контроль, а опилки сдаются в санстанцию для радиологического контроля. Это гарантирует экологическую безопасность дверей. Это у нас клен находится, ясень, дуб, там у нас находится сосна, там у нас находится ольха. Это, в принципе, все материалы, из которых мы изготавливаем двери. Под этими навесами происходит естественная сушка. После эти доски отправляют в сушильную камеру. Здесь при плюс 57 древесина сохнет до тех пор, пока в ней не останется 8-10% влаги. С сырьем разобрались, теперь на производство. Ведь для изготовления межкомнатных дверей высокого качества необходимо современное высокоточное оборудование. Например, вот этот станок обрабатывает заготовку одновременно с 4 сторон за считанные минуты. Его погрешность 0,001. Сейчас я буду делать штапик. Дальше мне показали рейсмус. Проще говоря, это большой электрорубанок. А недалеко от него гудел вертикально-ленточный станок. Он предназначен для раскроя заготовки, деталей бруска, в частности, на ламели, на тоненькие деревянные досочки, которые потом в дальнейшем склеиваются, и получается у нас изделие, деревянная стойка. А качественно сделанная стойка в дверях – важная составляющая. В научно-производственной компании «Покыш» дверные стойки производят способом, который называется цельно-ламельная склейка. То есть здесь дерево уже после этого не поведет стойку, ее не крутанет. Это очень технологично, и изделие визуально получается без изъяна. Без пучка и задоринки. Да. Особая гордость цеха – калибровально-шлифовальный станок. Обработка деталей на нем происходит без участия человека. Настроил, положил на ленту деталь, через 40 секунд получил идеальное изделие. Изучив столярный цех, отправляемся в покрасочный. Здесь используют материалы премиум-класса итальянского производителя «Сирка» и уникальную технологию покраски. Особенность в том, что защитно-декоративное покрытие наносится на каждую деталь двери до ее сборки. Такая технология изготовления межкомнатных дверей исключает появление непрокрашенных полос, которые могут появиться в результате изменения размеров филенок из-за сезонных колебаний влажности в жилых помещениях. Ведь дерево гигроскопично. Ну а в этом помещении у нас проходит именно процесс сборки. То есть это уже после грунтовки, покраски, сушки и все такое, да? Да, это финишный этап. Здесь меня ждал еще один сюрприз. Совет, который поможет не ошибиться при выборе качественной двери. Двери деревянные можно изготовить разными способами. То есть есть и микрошиповое изделие. То есть когда, видите, у нас цельноламельная склейка, деталь ровная, чистая. В принципе, вот она. А может быть, кусочков срощенное. Это изделие, оно, в принципе, со временем может и сыграть. А еще нужно обращать внимание на шиповое соединение в двери. Стыковые соединения деталей не должны выступать. Ух ты! Ах ты! Ого-го! Да,
Разнообразие дверей от научно-производственной компании «Покаш» впечатляет. За 22 года работы ассортимент около 200 моделей. От классики до модерна. Плюс к этому возможность заказать дверь под любой размер и даже по своему эскизу. Разнообразие материалов позволяет создавать двери на любой вкус и кошелек. И качество. Вывод. Знать наше – это выгодно.